Совет судей требует от нацполиции объяснений из-за попытки задержать служительницу Фемиды. Конфликт между Викторией Кицюк и правоохранителями произошел 21 февраля. Сама судья уверяет, патрульные без объяснения причин надели на нее наручники и силой затолкали в автомобиль. Отпустили только после того, как приехала ее начальница. В Совете судей возмутились, почему полицейские нарушили неприкосновенность служителя Фемиды. Нацполиции пока детальных комментариев не дают, сообщают только, что этот инцидент был связан с нарушением Кицюк правил дорожного движения. Вот фрагмент видео, снятого в тот вечер. Яким чином я особисто вам чинила опіру? Що дало вам право застосувати до мене оцей захід? Ви знаходились в місті правопорушення. Я просив пред'явити вам документи. На вулиці я просив вас пред'явити документи. Ви почали завалювати уходити з місця правопорушення. Я попередив вас, що буду застосовувати фізичну силу. Ви мої вимоги проігнорували. У мене головою засунули в машину.